Кто в домике живет? Кто в домике живет? Сегодня у нас 17 октября. Вот мы вышли из дома, перешли Пятницкое шоссе. И вот буквально, наверное, в 5-7 минутах от дома находится вот Митинский лесопарк. И вот здесь, видите, беседочки. Скоро у Тимы день рождения. Можно здесь жарить шашлыки. Мне кажется, надо просто завалить кабана и притащить. Под мангал есть. Вот там, кстати, еще одна беседочка. Там уже люди, там вдалеке. Здесь вот уже празднуют, видимо, какой-то день рождения. Получается, здесь несколько таких беседок. Мы думали, только три. А вот там сейчас молодой человек объяснил, что их бесчисленное количество таких беседок сделано. Приходишь, занимаешь и празднуешь любое мероприятие. Ну, главное, конечно, за собой потом все убрать. Весь мусор. Очень удобно. Рядом с домом. А что, да, надо купить решеточку, купить рыбу и прийти. И никакая дача вообще не нужна. Нафиг нужна эта дача? Ну что же у нас? Осень на дворе. И без дачи хорошо. Пришел рядом с домом, пожарил, ушел. Не надо тебе ничего сажать, убирать в итоге. А, вон еще беседочка внизу. Смотри, тоже люди разместились. Сделана какая-то для птичек кормушка. Птичка прилетела сюда. Ты знаешь, здесь семечки, кедровые орешки. Смотри, какой большой этот парк. Тут даже змеи есть. Вот уж переводится белка. Большой очень парк получается, лесополоса, можно назвать, с беседочками, скамейками, вот такие кормушки для белок и для птиц. Там дальше спортивная площадка, и вот люди бегают, спортом занимаются. Самое интересное, что все это прямо рядом с домом. Перешел дорогу, и все, уже ты в парке. Ну что, нормально, прямо в парке, спортивная площадка и турник, по идее, турник. Вот еще одна беседочка, но это уже не для шашлыков, это чисто так, отдохнуть. Еще это нас запрещается. Уважаемые отдыхающие, запрещается повреждение зеленых насаждений, разведение костров, использование мангалов в не специально оборудованных площадок. Кормушка еще одна вон там. Ну что, ты готова? Кажется, да. Выполнить норматив ГТО. Даже вот такая интересная кормушка. Мы уже все съели, ничего нет. Мне кажется, мы сейчас уже попадем куда-нибудь в другой континент. В портал ее. Да, портал в другой мир. Там какая-то дорожка. Смотри, как интересно. Спускаемся вниз. Пойдем вниз-то? Или не пойдем? Не знаю. Пойдем? Пойдем, только аккуратно здесь. Спустились мы с горки. И вот нашли такой прудик интересный. Плавают утки. Что, будем уток снимать? Ну, да? Креклы. Креклы, а? Креклы. Прикольно сделали, да? Вообще классно. Уток вообще полно. Вон там толпы этих уток плавают. Да, только мы хотели искупаться. И опа-на, купаться запрещено. Какой-то пошел возврат. Ну, когда вот я сейчас на улице, я маску не ношу. Вообще толпы. Это для вас, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Ну вот тебе источник. Прям слабенькая струечка, да? Смотри, еле-еле течет. Видишь, написано, что нельзя ее пить, эту воду. Поэтому пить ее не будем. Не будем. Не будем. Бадьяны, наверное. Бадьяны? Болотная трава. Болотная трава. Нравится. Солнце вышло. Решили подняться. Здесь какая-то Митинская Рублевка. Классные такие домики, таунхаусы. Идем в гору.
Ох, прям физзарядка. Вообще классно, да? Беседочка такая обалденная. Косит. Какой хороший пес. Классный какой ты пес. Ты красивый какой. Шлагбаум, церковь. Вот оттуда мы только что поднялись. Немножко так запыхались даже. Вот, видите, такие домики здесь прикольные. Подстанция электрическая. Церковь. Да, церковь. Старый какая-то, видимо, да? Смотри, Мерседес, такие маски висят. Да. Интересно. Церковная лавка. Не хочешь поесть постной пищи? Нет желания? У нас дома гречка. А у нас дома гречка? У нас дома есть постная гречка. В общем, решили мы обойти эту церковь. Вот здесь Первая Муравская. Это вот те дома, которые на Муравской, когда мы искали квартиру. Там очень много приложений в этих домах. Но оттуда, блин, упаришься и без машины оттуда не доберешься до метро. Идем мы здесь. Это улица Муравская. Одни высокие заборы. Кстати, вот яблоки висят. Смотри, здесь даже есть участки, как я понял, которые будут продаваться. Или уже продаются, а может быть проданы даже. Прям деревня-деревня, да? Давайте. Здравствуйте, а мы туда выйдем куда-нибудь к Пятнинскому шоссе? Да, да. Да? Спасибо. Ага, спасибо. Смотри, здесь какой-то участок тоже, смотри. Я так понял, уже купили, строят. Вот эти дома, да. Все это тоже Митино. Тут много квартир в аренду сдается. Дома прикольные, но без машины там жить никак. Или нужно электросамокат. И зимой. Зимой по сугробам на электросамокате. Ну, вот здесь мы, наверное, выйдем как раз к Пятницкому шоссе. Такой здесь частный сектор за высокими хорошими заборами. Все чисто, аккуратно. Новый асфальт, видно, лежит. Вот здесь частный сектор вообще офигенный. Домики классные, особняки. Все ровненько, да, никаких лежачих полицейских. Все как-то облагорожено. Вот как раз оттуда мы и пришли. Да, классно. Ну, вот эта дорога как раз, сейчас мы выйдем, и нам налево, где-то, наверное, полкилометра, и мы будем на Пятницком шоссе. В итоге вышли мы, какой-то здесь завод или что это такое, пока не понимаем. Пятницкое шоссе, 48 адрес. Вот как раз там вдалеке виднеется Пятницкое шоссе. Первый цветочный склад, магазин, товары для рукоделия. Все, что нужно в этом кондоминиуме. Да. Да, реально, местечко офигенное. Вот мы прошли еще, наверное, с километр. И вот приближаемся мы к метро Пятницкое шоссе. Ага. Да, линия электропередач. Вот вышли мы к торговому центру «Мандарин». Станция метро Пятницкое шоссе. Мы идем мы от метро Пятницкое шоссе до улицы. Какая-то у нас Дубравная, по-моему, улица. Большая у нас сегодня хорошая прогулка. Прошли мы много километров. Идем вдоль как раз Пятницкого шоссе. Здесь у нас, по сути дела, дублер Пятницкого шоссе. И котов. Видите, какие здесь линии электропередач. Массивные, конкретные. Но если вы устали от длительных прогулок, то вот такие качельки помогут вам расслабиться и отдохнуть. Здесь вообще классно, смотри, такие. Аллейка. Рябина. А Батуми сейчас лежит. Как раз сезон хормы скоро наступит уже. Чуть попозже, киви. Да? И киви, да. Уставшие, но довольные. Уставшие, но довольные. После несколько километров пробега по Митино. Ты зарядилась? Да. Автофлот, смотри, грузовое такси. Автофлот Москва. Вот мы практически уже подошли к нашему дому. Еще минуты 2-3 ходьбы. Наш маршрут завершен. Наша прогулка. Сколько мы гуляли? Часа два, наверное, да?